За сутки в Мордовии произошли 3 аварии, которые унесли жизни 3 человек. Еще 6 получили травмы. В обоих смертельных случаях ДТП произошло при совершении маневра «Обгон». Первая автоавария зарегистрирована на трассе Саранск-Сурская-Ульяновск, недалеко от поселка Озерный. 35-летний владелец «Бриллианс» выехал на встречку и столкнулся с отечественным ВАЗом 4-й модели под управлением 53-летнего жителя Пензы. Машина превратилась в груду металла. В иномарке пострадала в основном водительская сторона. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ВАЗ-2104 от полученных травм скончался при доставлении в лечебное учреждение. Кроме того, водитель автомашины «Бриллианс», а также пассажиры данного автомобиля – это женщина и ребенок 2015 года рождения – с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение города. Известно, что юный пассажир находился в детском удерживающем устройстве, поэтому получил незначительные травмы. И еще одна авария на той же трассе и при таких же обстоятельствах, но уже ночью. По 22 часа 50 минут на 69-м километре автодороги Саранск-Сурск-Ульяновск водитель 67-го года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2115, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной БМВ-320, которой управлял водитель 67-го года рождения. Водитель и пассажир «Жигулей» скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Владелец и пассажирка иномарки были госпитализированы. В обоих случаях, как говорят в ГИБДД, аварии можно было бы избежать, если бы водители убедились в безопасности совершаемого маневра и соблюдали скоростной режим. Сотрудники госавтоинспекции Мордовии обращаются ко всем водителям с просьбой быть более внимательными и аккуратными на дороге. Следует неукоснительно соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками и перед выполнением маневра убедиться в его безопасности. Помните, что от вас зависит не только ваша жизнь, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Анастасия Семушева, Игорь Гангаев, программа «Происшествия».